Итак, народ, хотел пожаловаться на магазин Аврора. И в чем состоит жалоба? Купил я вот такой газ, ну, Стамбул, туда-сюда, по заказу Авроры. И посмотрите назначение. Масса будто 320 грамм. Понятно. Теперь смотрим на веса. А, чтобы вы не казались, что туда-сюда. Вот чек с Авроры. Итак, баллончик. 214. Вот аналогичный. 314. Вопрос. Почему в Авроре подсунули, можно сказать, то ли брак, то ли полупустой баллончик? Как такое может быть? Кто знает ответ, можете написать. Могу дальше продолжить. Вот следующий. 318. 312. Ну так можно все перемерять, но из 10 один баллончик получился у нас полупустой. Мало то, что они по весу как-то сильно легенькие. По сравнению, брал я другой фирмы, там баллончик так полный, более увесистый. Но это ладно, это я узнаю, когда я опустошу один из баллонов, свешу и для интереса сравню с новым, узнаю разницу. Если они не брешут, то получается, что они мне здесь писали. Пустой баллончик должен быть 100 грамм. Вождь. Ну, 100 грамм это где-то чуть меньше, чуть больше, где-то так. В принципе. То есть, логически, оно так и может быть. Плюс, в баллончике есть небольшой там допуск. Чуть больше газа, чуть меньше. Ладно, это тоже допустимо. Но разница с полки, считайте, в 100 грамм, то есть практически пол баллончика. Притом, ними я еще ни одним не пользовался, только недавно ж привез. Пополнил запасы, называется. Ну, это не все запасы, только 10, я еще 10 собираюсь взять. Ну, уже не знаю, буду этот кемпинг брать или другую фирму. Может, как-то написать тоже, кемпинг хороший или поганая фирма. Вот такое вот скромное видео. Вроде баллончики дешевые. Кто-то говорит, что плохие. Все фирмы, что там продаются в Авроре баллончиков. Но я как-то зиму попробовал. То, в принципе, предыдущие я брал баллончики, но не этой фирмы, то нормально. Относительно. Пишите комментарии, в кого такое было. Видео снял для того, чтобы людей предупредить, что в Авроре, например, если есть веса, то желательно на всякий случай важите баллончики на весах. Старо. Ну, как минимум, баллончик такого объема цангового не может важить меньше 300 грамм. Как минимум меньше 300 он точно не может важить. Потому вот этот то ли бракованный, то ли как попался. Ну, вот как-то так. И при том у меня, сколько я беру баллончиков, постоянно такого еще не было. Ну, пишите свои комментарии, какие приколы с газом в Авроре у вас еще были. Может быть, и не только с газом, будет интерес почитать.
Всем удачи!